Деньги ни во что, как бы развивая эзотерическую школу Кайлас. Именно поэтому мне сегодня необходима ваша помощь. Когда вы смотрите видео, не забывайте комментировать, не забывайте оставлять сообщения, не забывайте подписываться и не забывайте ставить звоночек. Дело в том, что все это в дальнейшем индексирует этот канал, и в дальнейшем та информация, которая необходима людям, она будет в дальнейшем распространяться с более яркой силой, и огромное количество людей, которые нуждаются в данной информации, которые готовы изменить свою жизнь, они все-таки прикоснутся к моим идеям философии и в дальнейшем смогут изменить свою судьбу в лучшую сторону. Ведь кто им должен помогать, если не мы? На сегодняшний день мир так устроен, что никто никому помогать не хочет. Все живут по принципу выживания, то есть правительство выживает, люди выживают и так далее. И все считают, что вокруг все должны так жить, выживать, обижать, критиковать, топить, мучить и так далее, забирать. Но это не так. Но это не так. Мы в силах все вместе изменить это все. И мы можем это изменить путем пропагандирования нашей эзотерической школы, с нашей уникальной философией, с нашими уникальными вот такими системами преподавания и уникальными системами изменения человека, которые помогают человеку и дают ему возможности, используя методы, используя вот такие рычаги, используя инструменты, которые преподаются в школе, изменять не только внутренний мир, изменять свое здоровье, улучшая его в лучшую сторону, изменять внешний мир, изменять события внешнего мира, изменять события в семье, улучшая свою жизнь во всех направлениях. Конечно же, на первое место я ставлю все-таки идеи радости, идеи высокой духовности, идеи милосердия, человеколюбия, идеи помощи, взаимопомощи, энергетической помощи. Ставлю этические нормы или ставлю этические установки как бы на первое место. Это любовь к детям, любовь к своим родным, любовь к своим мамам, папам, к дедушкам, забота о старшем поколении, потому что они, скорее всего, никому в дальнейшем не нужны будут, кроме нас. Ну и это все, оно должно не забываться. Об этом всем должен кто-то говорить, потому что если